Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Друзья, впервые мэр Хабаровска прокомментировал многотысячные митинги в поддержку Фургала. Три последних дня в Хабаровске проходят акции в поддержку губернатора края. Тысячи людей собираются перед региональным правительством. Впервые ситуацию прокомментировал мэр города Сергей Кравчук. В субботу в Хабаровске состоялся самый массовый митинг за всю историю города. В нем принимали участие 20-30 тысяч человек. Друзья, это я читаю статью из интернета, вот такую цифру они здесь озвучивают, но по моей информации там порядка 35 тысяч человек было. Как мне кажется, она здесь занижена, эта статистика. Однако одним днем они не ограничились и вышли на площадь в воскресенье и понедельник. Также по моей информации вот эти люди протестующие, там они сказали, что будут выходить каждый день, пока не освободят Фургала. Такие митинги в городе не нужны, они противопоказаны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель китайской дряни заражает 6-7 в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен. Поэтому это все называется «лишь бы я», остальное не волнует. Между тем, есть законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас, это неразумно и губительно. В первую очередь для своего здоровья, заявил Кравчук. Ну, как мне кажется, друзья, законные методы, вот эти вот, которые нам представляет власть, я, конечно, ни к чему никого не призываю, то начнется сейчас непонятно что, но мне кажется, они малоэффективны, и власть на них совершенно никак не обращает внимания, на эти законные методы. Если бы они работали, бы эти законные методы, то вот эти люди бы, протестующие хабаровчане, они, естественно, бы ими пользовались, но эти методы, они результата совершенно никакого не приносят, и Москва просто на них не обращает внимания. Ну, вот такая вот, друзья, точка зрения мэра Хабаровска. Хорошо, конечно, что он высказался, но как уже вы к этому относитесь, решать только вам, друзья. На этом у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.